привет, с вами Брэдлов из сообщества клана Фрагу. И перед нами бой на карте Эрлинберг между кланами Квот 4 и кланом Шор. У квотов исключительно советские машины. Это 261, ИС-3, 3 ПТ-шки, 5 СТ-шек и 5 тяжей. У Шоров сетап состоит из английских тяжей, СТ-шек, 2 ПТ-шек и Конкура. Сразу посмотрим на разъезд. Квоты никого не отправляют на левую сторону карты. СТ-шки занимают шестую линию, чтобы простреливать кого-либо, кто поедет здесь. Сделаю еще карту побольше. ПТ-шки занимают стандартный холм. ИС-3, который будет нагибать в этом бою вместе с ПТ-шками. Тяжики встают на прием. СТ-шка забирается наверх светить. Ну и, разумеется, артиллерия встает и абсолютно спокойно начинает работать. На квадрате опять СТ-шка стоит в кустике. Ну, ей тоже говорят уже переезжать, так как весь раш и все давление будет здесь. Что теперь видно? Шоры практически всем своим сетапом едут вперед, но зажимают себя на раз, два, трех, четырех квадратах. Выйдя они сейчас вперед на семок, что-то могло бы и получиться. Но они считают, что оптимальный вариант – это перестреливаться с семерками, которым помогают ПТ-шки арта, и играть с ними башнями. Счет достаточно быстро становится 3-1. Даже из третьей абсолютно спокойно может помогать команде и голдой пробивать противников. Если, конечно, будет попадать. ...4-2. Артиллерия Шоров практически не работает. Квотовская же артиллерия может абсолютно ничего не боясь накидывать прямыми или ББшками по тяжикам, СТ-шкам и так далее. 3-62 обходит. Немного увеличит скорость. Заходит поверху и начинают фокусить шотные машины. Шотная ПТ-шка, шотный 62-й, 600 хэповый 62-й. Это все можно абсолютно не боясь фокусить. 9-4, 10-5, 12-5. Из-за своей нерасторопности и страха выйти на пару семерок и забрать, или же взять их в клещи в какие-то, а не просто стоять под артиллерией, Шоры и проигрывают в этом бою квотом 15-5.